Вот так вот СВП работает. Видите, вот. Если надо, иногда может и на два клина. Вот посмотрите, видите? Если сильно надо затянуть, то и на два клина делается. А вытаскивается легко. Видите? Крестик, смотрите, здесь. Раз. Ну да, конечно, надо крестики очистить. Повернул, хоп. Нет, повернул так, хоп, вытаскивается легко. Конечно, крестики надо все это. Тут нечего, видите, что тут чистить. Нечего чистить. Вчера была положена плитка, сегодня чистим. Ну, попадает и надо где-то клей. Ну, а так они чистенькие. И сразу сортируем. Клинышки такие вот отдельно ложим. А эти вот отдельно по ведрам. Большое для больших, маленькое для маленьких. А сюда идут крест. Очистка идет от клея. Бо засохнет, потом ничего не сделаете. И проходим швы. Клинышком можно проходить. Свежий раствор она хорошо берет. А если где уже застынет, то приходится мастерком. Спасибо, что смотрите. Заходите. Пока. До новых встреч. Всем привет. Вот это вот видно, вот сколько их здесь, сотню. Я изготавливаю клинушек, называется к СВП, системе выравнивания плиток. Вот они, сейчас прорезаю пазик, вставляется два клинушка, между ними ложится дюпель или любой, даже от болта до гвоздя. Это и будет система выравнивания плиток. Изготавливаю вот на таком станочке. Резать можно с таких вот брусков выкинутых. С рам можно, с деревянных. А здесь сейчас покажу. Сейчас идет процесс прорезания пазиков. Тут вам видно было. У меня упор стоит, и с этой стороны упор. И я прорезаю пазик ровно в том месте, где мне надо. А это по технике безопасности, чтобы пальцы туда не влезли. И так можно делать тут 10 тысяч за смену. Если мудрые китайцы, то они начнут такие вещи штамповать из пластика или из бамбука делать. Но мне деревянные удобно, их легко чистить, быстро высыхают, не мажутся. Сейчас я позачищаю вот эти кромки, наточили. И будет вещь классная. В дальнейшем вы посмотрите саму укладку плитки. Любой. Хоть на стену, хоть на потолок, хоть на пол. Спасибо, что зашли, посмотрели. Пока.
Так. Вот это СВП дедово. У меня старые раньше были, а это сейчас можно использовать. Идет вот откуда. Биндеры на 32. Вот эта проволочка, видите? Вот. Вам только того, что надо, завести вот сюда, в этот первый пазик, вот первый, чтобы оно посредине было. И вот так вот плоскогубцами взять, и чтобы оно попадало на вот эти канавки, вот эта вот сама проволока, взять и сжать. Все. Больше ничего не надо. Бывает, что идет вот тут вот горбатая такая вот. Значит, тогда надо будет взять и вот так вот легонечко подправить с этой стороны и подправить с этой стороны, чтобы она была ровненькая. Тогда они получаются ровненькие, идеально ровненькие. А вот это усик, он чуть под углом. Это нормально. Почему? Потому что сама плитка, допустим, эта плитка, вот она сама плитка тоже чуть-чуть сделана там под углом. А крепить запросто. Вот вставляете, вот повернули, заходит один клин. И вот таким вот вторым клином распираете. Все. Видите, она зажата как это. Ну, это блокноты. Вот и вся дедова СВП. А биндеры на 32 берите. Бывает, что проволока другого размера с ним. Но вы смотрите по своим клиньям и по толщине плитки. Поэтому толщина плитки и клинья будет определять и проволоку. Видите, вот насколько он. Спасибо.